Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию принципиально новое двухколесное транспортное средство под названием складной электроскутер. Его особенность – это повышенная степень сжатия или складываемости. Вот посмотрите на него. Скутер может транспортироваться в автобусе, троллейбусе, метро, в любом общественном транспорте. Когда вы будете держать его в руках, то оно не будет мешать никому. Высота электроскутера будет примерно 1 метр 10 сантиметров. Ширина около 36-38 сантиметров в зависимости от диаметра колеса. Электроскутер снабжен мотор-колесом, который включает в себя электродвигатель, который находится внутри колеса, и блоком аккумуляторов, который входит в различное количество маленьких аккумуляторов. В зависимости от необходимости можно будет этот блок увеличивать, удлинять и так далее. Эти блоки находятся с двух сторон, слева и справа. Выдвигаете переднюю вилку, выдвигаете рулевую колонку, устанавливаете руль на место, выдвигаете сиденье, ну, соответственно, подножки. И все, вы можете двигаться, транспортное средство готово к передвижению. Длина транспортного средства будет примерно 1,30–1,40 м. Различные варианты также возможны. Высота также около 1–1,10 м. Транспортное средство может быть снабжено фонарем и другими необходимыми опциями. Теперь, значит, при необходимости зайти в автобус, вы опять его складываете таким образом. Здесь разблокируется замок. Здесь также замок разблокируется. Рулевая колонка становится вдоль передней вилки. Передняя вилка сжимается, становится вдоль основной рамы. И стойки сидения также становятся вдоль основной рамы и притягиваются плотно к ней. Затем это все фиксируется на макете таким образом. Может быть, другая конструкция какая-то. И очень большой плюс то, что конструкция предусматривает транспортировку в пешем режиме. Вы можете переносить его как чемодан с ручкой. Колесо будет катиться, и вам не надо будет его отрывать от земли или прилагать какие-то усилия большие. То есть можно его по-всякому таким образом транспортировать. Его можно везде хранить, дома, на работе. В этом видео вы увидите, как проходил процесс создания первого казахстанского сделали, то завтра должен высохнуть и переводиться в легкие кучные короба. Если подряд сходу, если как кобой, то же самое. Теперь будем снимать, как я устанавливаю конвертер на тик.
фиксируем. Не знаю, дадут ли вам как? Hello, dear friends. Today I would like to show for you built by air design company from Almaty. This e-bike was developed with one maximum less after folding to have maximum square dimensions, not volume. We didn't make the hinge here to fold and to reduce the height of the folded bike. We pursued only to reduce the dimensions and square. This bike developed for men up to 120 kilograms and another variants kinds will be for women and for kids, for children. Let's see how it works. First we open fixation, we push the wheel fork and open the fork and fix it. Then pull the seat and also fix it. Then we have to
to open and fix the stick of the handlebar in vertical position, and then we have to fixate the handlebar. This step for two legs. And last operation, fix the sticks stands of the seat. So you are ready for ride, for driving. You have to switch on the battery right with this button. And after that, you are ready to drive. We have some innovation in this patented electric bike. For example, our handlebar do not have any hinges. In usual, our competitors, the handlebar can be folded like this. But it's for this purpose, it's necessary to have two axle, two hinge, and also some springs. It's not necessary. We have only one axle, and it's enough for us because the square after folding is very less, only less than 10 centimeters. It's very, very good. So the steps the same, has a long stick for two legs. If necessary, you can use this stick stop supporting. But if you're riding by the city and if you have to, you have to stop, you just stop and put like this and waiting for next moving. And after you can go, you have to take it and go. So let's see how we can fold it. Release the handlebar, open the fix of the stick, put on the place, the folding place, open the this one, open the this step, open this fixation. Put the seat and put on the place and just so inside folded position you can put it to the car, to the take it to the bus or subway. We do not pursue any design details parts because this is just a vehicle. The weight of the vehicle is 14 kilograms, rate up to 40
kilometers speed, 35 kilometers, and 48 volts for engine, wheel engine. Okay, thank you for attention. Bye-bye.